Выпивать будете? Или бухать? Бухать. Я умею бухать. Ребят, всем привет! 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 Сегодня к нам приехала Агата, ура! Приехала Агата, это наша подруга, уже закончила университет, училась на факультете иностранных языков, закончила русский язык, она говорит по-русски. Да, переводчик по-китайски. Понимает она по-китайски почему-то, да? Да, и переводит на русский, да. И на китайский, с русского на китайский. Да, короче, сегодня погуляем с Агатой, что-нибудь интересненькое поснимаем. Да, Агата? Да. Где ты вещи покупаешь, Агата? На Таобао или в магазине? Раньше на Таобао, сейчас на магазине. Почему магазин? Просто мне надоело. Надоело? Да, надоело искать на Таобао. А, искать надоело. А так пришел, померил, да, и все, да? Да. О, такой мультик на китайском. Как называется мультик? Как вот этот мультик называется, ты знаешь? Китайский мультик. Популярный первый, очень. Да. Как он называется? Шумна, шумер. А есть перевод на русский? Медведи. Два глупых медведя и человек. Медведи большой и медведи маленький. Да. И второй. А сколько вот эти игрушки, Кать, стоят в этом магазине? Вот этот заяц 29 юаней. Вот этот медведь 20 юаней. Потому что дешево, да? Вообще, да? На наши деньги, если перевести, это получается 180 рублей где-то, да? Агата, давай как-нибудь сделаем видео, как китаянка пробует русские блюда. Хочешь пробовать? Когда попробую? А? Когда? Ну, когда ты будешь голодная. Сейчас она не хочет, если мы ее позвали в ресторан. Она не хочет. В общем, мы как-нибудь сделаем видео. Хочешь, да? Вот, пойдем в какой-нибудь русский ресторан. Ну, сейчас не хочу. Сейчас она не хочет, да. Пойдем в какой-нибудь русский ресторан. Вот, дома, наверное, мы подумали дома сначала приготовить что-нибудь вкусненькое. Ей будет тяжело объективно оценить вкус блюда. То есть, чтобы она нас не обидеть, она будет говорить, что все вкусно. Да. Поэтому мы пойдем в какой-нибудь русский ресторан, закажем какие-нибудь русские блюда, и Агата будет пробовать. Будешь говорить честно? Буду. Вкусно, невкусно? Не сейчас. А сало будешь? Да. Сало, знаешь, что такое сало? Сало. Это свиное сало, соленое. Свиной жир. Они вообще не понимают, как можно сырое мясо. Не буду. Не будет. А рыбу соленую, да, просто рыбу. Рыбу соленую. Да, нормально. Все, сделаем. В общем, сейчас время обеда. Ищем какую-нибудь кафешечку здесь. Хотите еды? Заснимем вам еду. А, как здесь шумно. Вон лапки, смотрите, лапочки есть. Лапки куриные. Вкуснотища. Всякие, вон острые лапки есть. Булочки, смотрите. Всякие, вот это прикольно, мне кажется. Выглядит аппетитно. Как кухня называется вот эта? Малатан. Так, ребята, в общем, малатан у нас... Да, у нас, мы без выражения говорим. В общем, малатан у нас будет сейчас. Агат, тебе такая кухня нравится? Малатан? Да, люблю. Но сейчас, потому что вчера вечером я заболела, у меня температура была... Агата, как часто ты ее кушаешь? Да, часто. Часто нравится, да, тебе? Да, очень люблю. Так, смотрите, что я взял. Я взял тофу. Агата мне посоветовала такой рыбный шарик какой-то взять. Агата, что еще взять? Вот это. Тоже из... Тоже рыбный шарик, да? Взять, да? Ага. Окей, ладно. Ты, смотрю, рыбу, да, любишь? Что-нибудь из травы. Вот это нормально пойдет, нет? Нормально. Это любишь? Да, люблю. Я очень вот это люблю. Тоже люблю. Это водоросли, да? Это как называется по-русски? Морская капуста. А? Морская капуста. Капуста? Морская капуста? Да, да. Интересно. Я не знала. А сихонши любишь? Да, люблю.
Что еще? Ага. Что еще? Что из травы взять? Тофу взять? И... Это что-то многовато, конечно, правда? Кукуруза. Кукурузу взять? Mm-hmm. А яичко взять? А. Блин, многовато уже. Много? Да? Конечно. Надо травы еще какой-нибудь взять. Да хватит уже, куда тебе? Травоньки возьмем? Все, относим? Да. Вот это ты ешь такое, колбаску? Такое не ешь, да? Нет. Ой, видели бы вы ее лицо? Нет, не видели. Видели бы вы ее лицо? Она так сказала. Нет, сказала. Такое я не ем. Это что такое? Тофу. Тофу? Да. Вкусно это? Ну... Это вкусно, нет? Вкусно. Ты его просто открываешь и выливаешь себе в суп, да? Да. Это мы называем это японский тофу. Японский тофу. Ну, это действительно не хлеба, японский. Это китайский. Да. А по вкусу как вообще? На что похоже? На вкусе похож на митофу. На другой тофу похож, да? Да. Это что такое? Кровь. Ешь, да? Нормально, да? Нормально. А из травы, так скажем, что тебе больше всего нравится? Вот это больше нравится. По-китайски, да, только знаешь? Моцай. Как? Как? Моцай. Моцай? По. По. Да, по. Моцай. Да. Ну, цай трава, да? Цай трава, правильно же, да? Цай. Овощ. Цай. А, овощ. Всего 37 юаней. Вау. Здорово. Так, вот это ешь, нет? Нет. Я не люблю. Вот это? Да, ешь. Ешь? Да. Кукурузные сосиски? Угу. Это из кукурузы, правильно? Ну, сейчас не очень люблю. Будешь отмечать получение диплома? Угу. Как будешь, как вы отмечаете получение диплома? Я пока не знаю. А, ты в Грузии? Наверное, будет шесть. Что будет? Будет шесть. Вы с друзьями, студентами, которые учились, да, вместе что-нибудь куда-нибудь поедете, да? Да. Будете праздновать, да? Путешествовать. Ну, интересно, да, слушай, да, не праздновать. А выпивать будете? Выпивать. Да, алкоголь. Хэджоу. Или бухать. Бухать будете? Ну, наверное, да. Серьезно? Здорово. А то я думал, что только у нас в России бухают. Не сихуан хэджоу. Хэджоу. Я не люблю хэджоу. Не сихуан хэджоу. Но я люблю хэджоу. А? Я не люблю хэджоу, но я люблю хэджоу. Помедленнее, дальше что? Я не люблю бухать. Да. Я умею бухать. Мне нравится, как она говорит слово «бухать». Пока мы тут болтаем, а Олечка у нас пробует цонцы. Говори, вкусно, нет? Там не было мяса. Мясо, мне кажется, глубже находится. Внутри? Да, внутри, правильно, правильно. Мясо там. Вот это что такое торчит? Мало, мало. Мясо очень мало. Да, ну, у нас в России тоже в беляши мало мяса кладут. Но не так мало, как здесь. Ну да, здесь мясо. Немножко невкусно. Невкусно? Дай я попробую, пожалуйста. Что ты не понимаешь в тонцах? Вот, смотрите, ребята, здесь, в общем, рис, арахис. Вот, и оно такое, какой-то он... Все скифское такое какое-то. Я хочу прикрешать. Вкус такой прикольный. Травяной вкус у риса. Хочу вас прикрешать на... Будет фотография в университете. Ага. Общая фотография? Да. Фотографии и... на выпускном наряде. Она будет в выпускном костюме. Пока мы болтали, нам принесли нашу еду. Посмотрите, какая вкуснотища. Супчик. Ух, какая бодейка. Я что-то прям психанул. Кать, у тебя? У меня тоже много. Тоже много, да? Ну ладно, я думаю, что дегустацию, ребят, мы не будем снимать, потому что у нас молотана на самом деле очень много на канале, поэтому давайте я лучше ссылочку оставлю в описании. Это очень вкусно. После вкусного обеда мы решили все это дело придавить ананасом.
Китае сейчас сезон ананасов. Плохо, Агата плохо себя чувствует. Поехали домой. Жарко, потому что она, наверное, простыла, поэтому ей плохо. Пойдем дома посидим, поиграем дома, пообщаемся. Ждем сейчас, когда эскалатор включат, поедем. А почему? Чтобы ногами не подниматься. Почему? А что, вообще не смешно? Маленько такой смешно. В общем, Агате стало совсем тошно гулять. С нами. Она болеет, плохо себя чувствует. Угу. Мы пошли домой. Сейчас поставлю чайник. Короче, Агату будем сейчас лечить. Имбирь давать. Да? Имбирный напиток. Да, лечить да, будем Агату. Нам ждут подписчик гостинцы привез. Колбаса. Смотри. Русская. Да. Хочешь? Нет, не хочу. Давайте я еще кое-что покажу. Смотри, вот это. Что это такое? Держи. Рыба. Рыба. Соленая. Ела хоть раз? Слабосоленая. Слабосоленая, да. Это селедка. Да, сельдь бочковая. Ела такую? Нет. Она не приготовленная, в смысле, в каком плане? Она не вареная. Да, она не вареная, не жареная, никакой термической обработки не проходила данная рыба. Не жарилась, не варилась, поняла, да? А как? Просто солилась и специями. Просто соль. Можно кушать. Можно кушать. Можно, да. Ты будешь попробовать? Не, не, не. Китайцы, короче, считают, что соленая рыба это сырая рыба. Да. Это, по-моему, это какие-то японцы нравятся. Японцы? Да, да, да. Ну да. Русские так едят. Русские тоже едят, особенно все. Не так. Ну, мы покажем ребятам, как. Может, тут тебе понравится. Давай попробуешь потом. Но не сегодня. Буду попробовать на следующий раз. Отлично. Смотри, что еще есть у нас. Да что? Это что такое? Белорусское мясо. Это. Что написано вот это? Сало. 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 В общем, это копченое сало. Соленое копченое сало. Тоже не жарилась, не варилась. Поняла. Как ты такое ела хоть раз, нет? Попробуй. Агата сейчас нам книжки почитает китайские. Ай ё, я мама сяла一个蛋, 多漂亮的蛋啊！让妈妈想去到你家的蛋，就把蛋带到朝外面，就在这时，一缕星光追到了她的鼻孔里，娘娘。啊啊啊！对。смотри, как она с эмоциями читает. Хорошо, так сказать. Как народное. Понял, да. Мяу дан, хай зай ченсен Как? Дебил. Неправильно. Нет, это я. Я сказала, я выучила из фильма. Телесериала. Прикольно. Ну это такое ругательное слово. Не знаю. Чо? Да, чо. А знаешь такое выражение? Прикинь. Угу. Знаешь, да? Ничего себе. Ничего себе, да. Я не понимаю, когда русские молодежи разговаривают. Совсем не понимаю. Да, много сленг. Сленга. Сленга. Лишних очень слов, которые тебе непонятны. С Агатой мы познакомились в KFC. Мы гуляли... Два года назад. Да, два года назад. Мы гуляли в парке Баюнь. Там детский парк Баюнь, да. Вот, недавно открылся. Ну и, в общем, вечером возвращались домой, решили поужинать, зашли в KFC. И девушка такая нам говорит: «Здравствуйте!» Интересно было. И вы удивлены. Да, но мы были удивлены, то, что с нами кто-то по-русски заговорил, поэтому нам было очень приятно познакомиться. Вот. И Агата все лучше. За два года она язык очень хорошо потянула. Молодец. А почему ты не отлично училась? Почему? Что тебе мешало? Потому что когда мы познакомились, я пока не интересуюсь русским языком. Не интересовалась русским языком. Не интересовалась, а почему ты пошла? В университет.
русский просто хочу изучать, как сказать? Другие языки. Да, иностранные языки. Нравится. А английский как у тебя? Нормально. В принципе, конечно, лучше, чем русский. Ты говоришь, получается, на путунхуа и на кантонском диалекте. Вот это очень прикольно, кстати. Да, два языка китайский знает. Да, по сути, два языка, потому что они очень отличаются друг от друга. Ну, там примерно, конечно, похоже кое-что, да, но если ты не знаешь кантонский, то ты будешь просто глазами хлопать и не поймешь ничего, да? Угу. Ты, кстати, в Шэньчжэне была? Да, много раз. Я с детства жила в Шэньчжэне. Два года? Почти 10 лет. С детства. Угу. И тебе что нравится больше, Гуанчжоу или Шэньчжэнь? В прошлом году там была и... Все изменилось. А в Гонконге была? Была. Как тебе Гонконг? Мне нравится. Не нравится? Чем не нравится? Очень душно и улица маленькая. Очень людно, да? Ага. Тесно, да? Ага. А Джеки Чан с Гонконга? Джеки Чан, да. Как правильно Джеки Чан по-китайски? Чан Лон. Чан Лон? Чан Лон. Чен Лон. Чен Лон. Ну и где-то Джеки Чан. Чен Лон. Не знаю, почему Джеки Чан тогда? А в Россию куда бы съездила? Хоть хочешь в Россию? Да, конечно, хочу. Куда? Байкал. На Байкал? Да. Мы едем в Россию летом. Приезжай к нам в гости. Как? Летом? Летом. Июнь. Июнь? Июль. Июль. Ага, июль. Летом. Приезжай, это... на Байкал съездим. Хорошо. Подумай, ну, подумай. Ну, мы в любом случае поедем, потому что мы поедем родственников навестить. Мы хотели еще визы сделать, но я только чувствую, мы визы, наверное, сделаем, учебные. У нас будут учебные визы. Мы можем спокойно ходить, заходить. Больше визы не надо будет делать. Пока ребенок учится, можешь находиться в Китае. Удобно. Удобно, да. И не надо никакой выезд делать. Все, находишься здесь. Кстати, об этом поделимся, да, Кать? Да, обязательно. Расскажем, как сделать визу и вообще по какому поводу эту визу дают. Ката далеко живет, поэтому ей не всегда легко к нам приезжать. Да, не часто. Приезжай поближе, будем чаще видеться. Хорошо. Ну все, приезжай почаще. Хорошо, обязательно. Ты получше себя чувствуешь? Да, уже получше. Получше, да, но все равно надо подлечиться. Ты свое лекарство не забудь. Всем пока-пока, увидимся. Следующий раз. Пока-пока. Ну все, всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам Агата понравилась. Ребята, пишите в комментариях, задайте вопросы. Мы обязательно зададим эти вопросы Агате. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Всем пока.